Одесситы, особенно юные, особый народ. Они гораздо на различные выдумки, а еще они невероятно творческие личности. Коктейль из этих качеств часто приводит к весьма интересным последствиям. В строительном университете сегодня наконец-то началась фотосушка. Здесь раздают вот такие замечательные хендмейд кексики, а группе 7 канала разрешили урвать фотографии. Такие мероприятия объединяют людей, стирают между ними границы официальности. Поэтому сушку, любительскую фотовыставку, посетило даже руководство университета. Ну, он интересный, демократичный, своеобразный, может быть, немножко неформальный, но, по-моему, очень-очень действительно, особенно для студентов, интересный. Это важно. Поучаствовал бы, у меня есть что показать, да. Организаторами выставки выступили сами студенты. Каждый желающий может принести свои фотографии и развесить их на бельевой веревке. Есть очень много фотографий интересных, есть необычных фотографий. Есть простые портреты, есть просто бешеные инсталляции. То есть для людей есть, для каждого человека здесь будет что-то интересное. Кроме того, понравившиеся работы можно даже забрать домой. Сушка – это такая акция, где могут поучаствовать фотографы самого разного профессионального уровня. Это и новички, и, можно сказать, профессионалы. Праздник порадовал не только яркими фотоработами, но и кондитерскими изделиями, сделанными руками студентов. Здесь веселая атмосфера, здесь здорово. Помимо фотографий здесь продают еще всякие вкусности. В жизни много прекрасных вещей. А такие мероприятия приносят в жизнь города особую радость и раскрашивают серые будни яркими цветами, подтверждая статус Одессы как не просто города, а культурная столица страны. Я хочу пожелать всем стараться видеть прекрасное также во всем, замечать это, радоваться всему, что вокруг, потому что жизнь коротка, но хороша.